самое оно. Боже, сколько же в этом городе дезовцев? Ну, к счастью, у тебя численное преимущество. Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее. Плюс они будут тебя недооценивать, пока не станет слишком поздно. Может, ты тогда им это объяснишь, и пусть сразу сдаются? Зачем? Я же испорчу им сюрприз. Ты прав.
Редж, у них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Все понятно? Туда пути нет. Только с работой. Реально сработало! Это было круто! Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок.
Ну, конечно. Не задавайся. Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл? Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет? Именно так. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь и моста нет. Город в полной изоляции. Тяжело нам придется. Надо же, а я ведь твердил тебе об этом последние 10 часов. Как, по-твоему, Дес во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не думаю. Хорошее предчувствие. Отсоси! Пассивное курение вредит здоровью. Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно! У меня все супер, лучше не бывает! Еще хочу! Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию, но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, я залягу на дно, что бы это ни значило.